о пассивном доме за 90 секунд. У вас дома есть обогреватель или, может быть, камин? Есть ли кондиционер или подключено центральное отопление? Вы когда-нибудь задумывались, нужно ли это? В 1991 году австралийский физик доктор Фест построил первый пассивный дом. Вот что он сделал. Надлежащую изоляцию, ее можно сравнить с ношением подходящей зимней куртки. Отсутствие утечек воздуха. Не должно быть каких бы то ни было отверстий, выпускающих тепло из дома. Нет температурных мостов. Температурный мост – один из главных путей потери тепла зданием. В большинстве наших домов есть подобные температурные магистрали, через которые наши стены легко пропускают тепло на улицу. Чтобы получить все это, дом должен иметь соответствующие окна с тройным стеклопакетом, располагаться таким образом, чтобы зимой его могло греть солнце, а летом он мог располагаться в тени. Использовать технологию рекуперации тепла, которая обеспечит дом свежим воздухом без теплопотерь. Создание подобных условий избавит вас от необходимости держать дома обогреватель или кондиционер. Но откуда будет идти тепло? Пассивный дом требует на 90% меньше энергии, поэтому он может быть легко обеспечен теплом, исходящим от самих людей, солнца, электроприборов и лампочек. Это экономит приличную сумму денег на коммунальных платежах и помогает сохранить окружающую среду.